Приступим, собственно, к акварели. Рисунок готов. Рисунок я не стала объяснять, он очень сосредоточенный на конструкции, на структуре. То есть даже несмотря на то, что тюбики — это фигуры очень далекие от геометрии, в них нужно очень так постараться, чтобы найти геометрическую структуру. Тем не менее, художник должен это уметь сделать. Значит, работать мы будем так. Мы приготовим основные цвета. И это должны быть черный и охра. Черный, который я не могу найти. Так, ну вот в тюбике. Черный. Вот эти два пятна, которые вы видите, это... Серый пейна, он нам тоже понадобится. Вот сейчас я замешиваю серый пейна. Серый пейна. Вот он у меня на образце. Серый пейна. Видите, это так черный с синеватым оттенком. Вот для сравнения ультрамарин. Вот здесь вы видите фиолетовый, сумеречный фиолетовый, такой грязный фиолетовый, это пигмент сам по себе. Тоже близкий к черному, но такой немножко более теплый. Черный же, он нейтральный. Давайте приготовим черный. Именно с черного мы начнем. Но черный он у нас должен быть очень светлый, высветленный, разбавленный водой. И мы его будем использовать в тенях, но в очень разбавленном виде. То есть здесь мы тренируем нашу способность работать с тонкими листировками. Вот. Недостаток многих художников, которые в своем рвении передать реальное соотношение цветов, которые они видят в натуре, вот, они красят сразу в полную силу, используют полностью силу пигмента в акварели. Даже в масле это не нужно с самого начала, а уже в акварели тем более. В акварели у нас все очень прозрачное. Так, здесь у меня еще есть умбра натуральная, тоже нам понадобится. Я в последнее время увлеклась серым пейна, раньше как-то пользовалась просто или кобальтами, или ультрамарином. Это ничего нет плохого. Так, например, так вот еще марс коричневый возьмем. Вот здесь. Марс коричневый. Вот здесь умбра. Марс коричневый здесь. Или должно быть видно палитру. Так, хорошо, кисточка. Больше воды добавим. Так. Начинаем. Собственных теней. Вместе с серым, очень таким светлым, почти грязная кисточка, то есть практически вода слегка грязная. И различимый. Так, это что? Это фиолетовый. Так, черный. И все, проходимся по всем теням. И не обращаем внимания на цвет этикеток. Вот что самое важное. Делаем черно-белый гризайль. Так, вы знаете, что я сделаю здесь? Тоже не разобраться, где эти краски. Так, это у нас явно голубая. Так, вот. Yes.
немножко. Серый все-таки голубую добавлю. Не ультрамарин, а голубую. В некоторых. В некоторых местах, в некоторых тенях. Но, тем не менее, стараемся сохранять такую нейтральную гамму. Не выходим в цвета цветового круга. В спектральные цвета не выходим. Так, опять-таки, значит, это была падающая тень. Потом у нас здесь будет падающая тень на листе бумаги. Освещение для таких постановок я вам таки рекомендую, чтобы оно было яркое, контрастное, чтобы вы очень хорошо видели, где у вас собственная тень, падающая тень. Обратите внимание, вот эта металлическая часть тюбиков, она кажется темнее. Но поскольку свет у нас от окна падает с левой стороны, я намеренно делаю темнее поверхности на самом тюбике. То есть я в данном случае игнорирую закрашенные поверхности, вот цвет этикетки. Потому что меня интересует форма. То есть здесь работа идет очень даже скорее логика, чем интуиция, чем вот восприятие цветовое. Да? Восприятие мне необходимо, чтобы увидеть форму за счет более темных, более светлых областей. Я воспринимаю форму. Вот. И мое восприятие сосредоточено на интерпретации этих областей. Опять-таки, сейчас я буду делать красный тюбик. И у меня опять-таки будет стоять эта задача игнорировать красный цвет, работать с тенями. Оставляю свет освещенной части не закрашенным и работаю с тенями. Даже я вам скажу, здесь я делаю слишком темный. Должен быть более прозрачный. Видите, как я лишнее убираю. Акварель нереально прозрачная. Вначале кажется, что слабая, да, что как будто я боюсь цвета, мне это говорили много раз, но очень важно в данном упражнении выдержать такую прозрачность. С цветом вы успеете, вы еще сможете сделать акварель в полную силу, по-мокрому. Вот, сейчас очень важно привыкнуть к такому стилю работы, я даже не буду объяснять и внушать, почему. После 15-й акварели в таком стиле будет, это станет само разумеющейся истиной, почему именно так надо работать. Вот. Потом вы уже начнете другие хроматические цвета подбирать постепенно. Вот. Но очень важно начать вот так с практически черно-белой работы.
с падающей тенью, как всегда, я пытаюсь идти вокруг освещенных частей предмета. Таким образом, я их обозначаю, потому что они не закрашены. Единственный способ их обозначить — это закрасить пространство вокруг них. И поскольку у нас тут как раз падающая тень, это на нас работает. Так, только я ее сделала слишком теплой. Очень темный цвет в этой тени. Как вы видите, там, где бумага не закрашена, чистая, у нас остается незапятнанный белый цвет. Там, где у нас хотя бы есть какой-то легкий тон, это уже будет восприниматься как тень. Поэтому очень важна аккуратность в акварели. Но это вы должны точно усвоить себе, что белое — это там, где не закрашено, где уже закрасили, все это воспринимается как тень, даже если тон очень-очень светлый.
сейчас мне бы хотелось сделать фон, чтобы наши тюбики выделились сразу. Вот этот фон должен быть темнее. Так, делаем фон, чтобы у нас выделились наши тюбики. Оно и на белом фоне очень красиво смотрелось, но мне хочется выделить цвет освещенные части. Вот. Теневые части я тоже покрою, чтобы они получили тоже дополнительный тон. Здесь у нас это тоже часть тюбика. Часть тюбика лучше не закрашивать так. Вот так вот они стали выделяться сразу. Так.
Наши тюбики готовы.